Так. Калек, да. Ты себе укладку сделал, Калек, ты в прямом месте. Эфире, а? Калек на месте, если кто не знает, вот место. Так. Так. Ребят, ну, всем привет. Всем добрый вечер во второй день зимы. У нас, короче, с Николаем Анатольевичем очередная засада. Так. Так, народ подключается. Привет, привет, ребят. Так, Мурок, ой, Лян, кашу. А нож резко не ктя, зашибал, цушки шинелы. Народ спрашивает, девушка одна спрашивает, в танке. Мы не в танке, мы в тракторе. Мы в тракторе. Самый большой прикол, что мы застряли. Мы находимся на одном из притоков Волги. Значит, и это самое, не можем выбраться. Короче, такая засада. Так, Дима Левить из Гагузи. Да, привет, Дим. Короче, вот как раз на охоту ехали и не доехали. Значит, у нас примерно 7 часов маршрут проходил через рельс, где-то через лес. Слава богу, последние километров 10 пошли по рельсам, потому что ну просто уже пробраться было невозможно. Вот. Мы не можем ездить, не умеем ездить на квадроциклах. Дело в том, что мы с Сыповичем вдвоем весим как два квадроцикла, поэтому ни один квадроцикл нас не может утащить. А сейчас я вам покажу, кстати, мы вот на Волге, вернее на одном из притоков. Так, сейчас переключу камеру. Вот смотрите, это другой берег. Значит, примерно половину мы прошли. Вот вы видите, вода. А там вот примерно такой лед на реке. Вот примерно какой лед на реке. Вот. И, короче, думаем прорваться. Думаем прорваться. Вот. Мы как бы, видите, мы находимся в воде. Здесь глубина примерно 8-12 метров. Глубина примерно 8-12 метров. Вот. А, нет, так тут больше не видно. Так сейчас. Калек. Вот. Ладно, вот, друзья, сейчас... патроны есть, оружие да. есть, надо ехать не можем. Да, нет, конечно, да ладно, нас, не можем. У нас нет такого таланта, нет, как у нас... нашего президента Игоря Николаевича. Но у нас техника, конечно, получше, Коль. Чем у него. Коль, да. Дадон ездит так, как может, а мы так и хотим. Вот, оставьте да. человека в покое. Так, какой трактор? Сейчас покажу торпеду. Так. Значит, видите, вот рычаги управления. Это панель приборов. Это вот включена печка, это смазка цепей и так далее. Давление в шинах 120. Видите, как у нормального человека. Бак полный. Да, бак полный, это так показано. Так. Вот, сейчас мы начинаем с вами ехать примерно. Посмотрим, что из этого получится. Thank you.
Сейчас мы попытаемся развернуться, показать нашим, чтобы вы понимали, какая полыня за нами. Там видно, да, сзади? А сейчас я задом. Что-то убивает. Кстати, все, что мне нравится, что вы видите, коробка у нас от девятки, от Жигулей. Видите, первая, задняя, так. Сейчас пойдем заднюю, да? Происходит, да? Повторяю, глубина примерно 7-8 метров здесь. А нет, здесь уже ближе к берегу, метров 6 идут. Хорошо? Ну, да. Не-не, подожди, нам надо... Я сейчас разберу. Ее лед подпирает двух сторон, и она не идет. Слушай, народ есть. Короче, это у нас ледокол имени этого, как его, имени Миши Гимку. Народ спрашивает, где это вы? Мы на одном из притоков реки Волги, в этом метров ширина примерно 250-300 метров. Вот мы никак не можем выбраться. Слава Богу, что не идем ко дну, потому что с учетом... Вот смотрите, как она. Вот назад... Так как нам нужно лед разбивать, видите, то задним ходом мы идем. Видите, какие колеса? Смотрите, какие льдины просто, а? Вот дай приколимся. Только не упасть, блин, а? А ну подержи, а? Не-не, да я не буду выходить. Я хочу показать народу, какой лед здесь на реке. А? Не, не держите. Не, отпусти, я на колено встану. Вы видите, какой лед, а? То есть лед, который, в принципе, человека бы выдержал, но так как... То есть вот толщина льда примерно на пачку сигарет, чуть меньше, где-то 9 сантиметров. А? Да, слушай. Чуть 10 сантиметров. Нет, чуть меньше 10. Здесь... Да не, ну вот мы мерили. Чего? Дай зажигалку, а? Ничего страшного. Я закрываю. У нас есть еще рядом человек без лица, но его нельзя показывать. Я слушаю, а на что я сел?
Thank you.
понесло в сторону течения. Вот мы выбрались на берег.
Это наши следы. Мы выехали на тот же берег, куда... Откуда приехали? Откуда приехали? А ну откройте навигацию. Так, ребят, это капец. Я на самом деле... Да ты чё? Это нас развернуло на реке. И мы вернулись туда же. Хохол, это ты штурман? Я виноват. А? Я в шоке. Это реально наши следы. Это мы проезжали же, да? А? Конечно. А ну-ка. Да ты чё, а? Нет, да мы оттуда приехали. Мы чё, вышли на тот же берег, с которого уехали? Подождите, посмотрите. Боже, а здесь же, если ловит, должна быть. Да. Ребят, ну вы представляете такую ситуацию? Выбираться несколько часов для того, чтобы оказаться, что мы крутились, прошли пол реки и выехали туда же, откуда мы выходили. Это серьезно. Смешного в этом, правда, уже ничего нет. Вот. Ребят, ну так, печенье каутас, пиплохотюк. Дал каутем, шпиплохотюк. Да, вот все, мы сюда заезжали, представляешься. Вот наш спуск был. Не, вот здесь мы спускались. Это первый раз. Да, точно мы сюда спускались. Представляете, я просто в шоке. Да, все правильно. Вот мы здесь первый раз спускались. Это мы вышли второй. Да, слушай, я в шоке. Thank you.
вы видите, там, где мы уже, получается, первый раз дорогу пробили, там он плывет нормально. Но то, что нас течение унесло вниз, получается, и развернуло, и мы вышли на тот же берег, куда мы заходили, это, конечно, нечто. Вот. А, ну да, вот он берег. Транспорт требует пентруса делити Молдова, скрий Руслан Махачаш. Салут, Руслан. Транспорт эстей бот таман с андрем на GPC куденку. С андрем с решимы на поняку. А там что светится? Не машина какая-то? А? Нет, то не машина светится. Нет. Тоже белка бака заработала. А где она заработала? Показывает полный бак. А, да? Да, видишь, оно. Сядь ты опять, Коля, вот ты сидишь. Нет, туда, сядь, вешивай. Наоборот, туда, Если Сильверадо не решит проблему елки, я там вижу, многие пишут,
Значит, мы с Цепоевичем готовы установить еще одну елку в Бельцах. Вернее, не еще одну елку, извините. Мы готовы установить такую же красивую, как в Бельцах, в Кишиневе. А где берег, слушай, опять? Да, вот три справа, слева, да? Так, Виктор Титов пишет, елку снимает. Лучше бы сняли Сильвию Раду, если бы пришел. Thank you.
камни. А нет, камни. Да, мы приехали на какой-то базу. Надо карту открывать. Как нам выехать к лесу, скажи, пожалуйста, на ту сторону? На ту сторону? Да. Ну, конечно, ворота открыли. А так по кругу не объедем? Нет. А? Нет. А? Частные территории. Здесь все частные? Серьезно? Открой, пожалуйста, а? Спасибо. Вот добрый человек, а? А? Туда, да? Спасибо. Между этими направо, да? Бля, тут озеро какое-то, идет. А нет, а кто-то себе залив делает под воду. Подожди, а мы тут полечим. А, это для котёнка. Человек добрый, да? Ребят, ну, мы выбрали, слава богу. Я желаю вам всем хорошего вечера. Спасибо всем за теплые пожелания, за приветствие. Мы всегда рядом с вами. По результатам нашей экспедиции я обязательно выйду в вар. Если что-то будет очень прикольное, там будут какие-то интересные звери бегать, или что-то неординарное произойдет, буду также выходить в прямой эфир. Вот видите, какие бывают добрые люди, да, вот представляете, ночь, он с фонарем вышел на берег, ну понятно, видит, плывет какой-то трактор по реке. Человек был в шоке, но сам факт, он говорит, что здесь все частные территории, а нам нужен сквозной проезд в лес. Человек говорит, да, давайте я вам сейчас открою ворота. Вот что значит, бывают добрые, порядочные люди в разных странах. Главное всегда оставаться людьми, и все у нас с вами получится. Я вас люблю, ребят, всем хорошего вечера, давайте пока тогда, привет.